Слушай, ну я, походу дела, его убил. Я не успел, правда, начать. Да-да-да, я его убил. Правда, у меня кровотечение. Но меня напал, короче, со спины хорек какой-то. Подожди, отхилимся. Да я сейчас немножко отхилюсь. Побежали. Все, и сейчас я до вас тогда дойду, стороне. Мы пойдем к птичнику, посмотрим на него. Не-не-не-не, лучше мне держаться от них подальше. Там спинозавр, там еще кто-то. Рядом с нами что-то еще орёт. А рядом со мной тут спинозавр на кого-то охотится. Я в лес. Затеряюсь в трех соснах. Не лучше. Да. Куда? Кушать. А ты что, там нашел еду? Нет, там по звуку. Тут спинозавр кого-то убил на моих глазах, где-то, но я боюсь, там, что я не дойду. Угу. До туда. А, ну вон он, желтый сверху. Да, я уже, представьте себе, умудрился вырасти, пока я шел. Вилуш, вон он сверху. Ну, плюс-минус не так далеко. Так, кто-то... Вот он, вот. Вот есть. А ты что, рядом с вами уже, что ли? Не очень. Вилуш, там... Успею. Давай. Выносливости не так много, конечно, но наш успех. Я подумал, ты за там старый съел. Ну-ка. Ешь. Хорошо, я доела. Приятного аппетита, кто кушает хомяч, лопает, трапезничает. Вон он, спиныч. Если он сюда придет, это будет, конечно, трындец для меня. Но он пока что меня не догонит. Это еще один. Я буду есть сегодня. Пока что он меня не догонит. Сейчас он ускоряется. Я должен быстрее перемещаться. Я затеряюсь. Меня не увидит. Все, сидим, отдыхаем. Он меня просто не увидит. Он не сможет меня в этом лесу найти. Так, я поел. Все. Я боюсь, что я погиб. Началось там у тебя. Дилдофазан. Иди. Лучше. А не могу. Выносливости нет. Но он пока что меня не увидел. Но я не знаю, на самом деле, увидел он меня или нет. Он нюхает. Или он орет просто. Он нюхает или орет, я не понимаю. Если он меня увидит, конечно, это смерть. Он увидел спинозавра скорее. Он заметил спинозавра. Я прям как-то это, в кустах удачно зашел. Но если он понюхает, он увидит здесь следы. Хотя следы будут оттуда. Пока не знаю. Выносливость невероятно долго восстанавливается. Спиныча вижу, да. Спиныч бежит на дилдака. Дилдак убегает. Он бежал в мою сторону. Надеюсь, что он меня не заметил. Заметил. Сейчас он меня точно заметил. Хотя, кто знает. Может, он просто персонажем управляет, а так сконцентрирован на спиныч. Я куст. Меня нету. Я куст. Очень похож. Похож. У меня рожки, да. Это веточки. Это просто веточки. Привет, привет. Добро пожаловать. Как дела-то? Слушай, дилдак врезался ему в спину. Но нет, спиныч все-таки. В спину спинычу. Спиныч, по-моему, его с одного удара все-таки съел. Но дилдофазан его укусил. Поэтому наверняка у спиныча есть кровоток. Спиныч присел. Там кто-то еще орет откуда-то. Не, на удивление тут везде играют. Это, конечно, хорошо, но это очень опасно. Я пока выносливость не восстановлю, будет плохо. Спиныч на контроле. Он куда-то идет. Пошли. Немножко. Угу. Ой, до птичника, конечно, еще далековато. Но он ушел.
Это хорошо. Ну, найти такой же подъем, как мы. Как спускались, только теперь. Надо восстановить выносливость. Там вдалеке вон кто-то идет. Как ты громко топаешь, не лучше. Кто-то вон вдалеке ходит. Иначе меня не увидел пока. Видимо, пока нет. Но меня не так-то просто здесь увидеть. Я прям хорошо за кустом спрятался. Как Е-72 прям. Стрелять, иди, разумеется, не буду, чтобы меня не спалили. Чтобы засвета не... Это еще один дилдофазан? Да ладно! Более того, это стая, по-моему, дилдофазанов. И спины чужие его одного сразу же съел. Перекусил его целиком. Ну, может, мы тут заберемся? Слабые не просто дилдофазаны. Не совсем. Отвесная скала. Так, надо драпать. Я боюсь, что этот... Он не туда... Не очень удачно пришел. Блин, спиноч не туда уходит, куда надо, конечно. А почему у меня ускорение-то не стакается? Где оно? Сидишь, значит. У меня оно тоже не стакалось вообще. Нет, я сижу. Когда большой был. Вот я присел. Именно присел. Где мое ускорение? Уже какое-то время надо посидеть. Ну. Я долго сидел с вами. Его нифига подобного, все. Оно ничего не происходит. Я тогда просто убегаю. О. Он в любом случае ранен. Он восстанавливается, он ушел подальше. Я боюсь, что меня со спины может дилофазавр напасть и съесть. Не хотелось бы. Мы почти на месте. Понял. Бегу к вам. Есть речка. Да. Мне кажется, спасите немножко. Сейчас поем немножко воды. Угу. Пытаюсь прислушиваться, вроде бы меня никто пока что не преследует. Ой, не, если будет ночь, конечно, это все. Ночью нельзя с этими сталкиваться совсем. Потому что он будет налетами нападать. Он видит, по-моему, на всю карту. Правильно ведь? Гораздо больше видит. Да. С ним лучше не связываться. Вот я добежал. Меня почти съели, правда. Где вы тут забирались, я не понял. Мы сейчас тебя пробежим. Разумеется, ночь, ребят. Конечно же, ночь. Кто б сомневался, если нам нужно что-то показать на видео, разумеется, ночь. Не иначе. Так, ну вроде сбежал. Я пока что... Я развернуться не могу. Я ударился в это, я развернуться не могу. Нет, ребят, карнотавр не рекомендую, если честно, играть за карнотавров, потому что они настолько неповоротливые. Это как... Ну, вы видели сейчас, да? То, что я просто не смог вывернуть. Это ужасный динозавр. Да, быстрый, но вообще неповоротливый. Я себе ножку сломал? Нет. Ты смотри, я... Ах, вы ж хорьки! Грызи! Пытайся укусить кого-нибудь. Я могу, да? Если ты кого-нибудь... Слушай, это жесть, я не знаю. Если я ему кровотечение не сделал, это ужасно. А как они так быстро-то бегают? Не знаю. Помехи. Ой, вот эти, это рядом со зданием. Они маневренные очень. У меня кровотечение. У меня тоже кровотечение. Я пытаюсь оббегать так, чтобы мы рядышком проходили время от времени. Чтобы... Тихо. Я тебя, по-моему, косну. Вроде бы нет. Нет, у меня сзади раз и все. Слушай, у меня игра происходит. У меня тоже что-то странное. Опять задосит, что ли? Возможно. Да, пока я буду тыкаться. Может, кого-нибудь убью. У тебя выносливость закончится. Вроде должен был укусить. Но не знаю, по-моему, не укусил. Прыгать они вроде бы не могут. В
Вот он, лучший вид. Так. Ну, я кого-то убила все-таки, смотри. Да? Да, вроде бы да. Труп какой-то. Но у них укусы слабенькие. У них, кстати, слабые укусы. Но скажу честно. Кровотечение есть. У меня, кстати, ушло. Что примечательно. Есть, я потому что я первый раз села там. Я понял. Они очень мало накидывают. Ну, значит, гирерки просто очень слабые. Но гирерки, по-моему, вообще самый слабый на этом. Может быть, они видят хорошо? Такая. Они падальщиков должны отыгрывать по-хорошему. Он меня ждет. Я пытаюсь его укусить, но, по-моему, нет. Пригласить. Кровоток он мне все-таки поверил. Убил! Кстати, убил. Надо понять просто, как играть. Но в целом он гораздо более маневренный. То есть он сам виноват, что умер. Это не я его убил, это он сам себя убил. Объективно. Где-то еще третий был. Можно третий убежал, возможно, здесь еще один друг. Просто Гиер самый-самый слабый, по-моему, из хищников. Слабее Гиера нет. Это чистые падальщики, то есть они не могут убивать никого. По всей видимости. Ну, мне кажется... Надеюсь, что нет, во всяком случае. Потому что мы, когда с ним лучшим тут были, это утирается. Так, ну хорошо. Видят, неизвестно, правда, насколько они хорошо. Я его съел целиком. И это всего лишь... Ну, больше половины голода восстановилось. Тут еще рядом со мной. Ты поешь его сразу. Течение до сих пор. Не знаю, как. Кровотечение, это значит, тебя несколько раз укусили. Отлично. Кровотечение вешают они мало. И плюс они, конечно, очень слабенькие. Слабо бьют, мало кровотечения вешают. Но они очень маневренные. Поэтому тяжело было это. Надо понять, просто... в какой области мы можем кусать на самом деле. Я просто кусала. Видимо, кого-то укусила так. Ну вот кто это рычит? Кто-нибудь отличает по звуку? Кто это рычит? Кусают я тебя, везде. Оля! Я вижу! Говорят, церочки. Цератозавр, что ли? То есть это цератозавр? Нас не опять знаю, напали ночью. Это? Он бьет очень почему сильно. Хищники-то на хищников нападают. Да потому что дебилы играют за хищников. Кроме нас, которые за ютиков что играли. Остальные хищники меня дебилы, съедят. Видимо. Меня съели. Тебя съели? Я в камне застрял. Вот, в камне застрял. Вот у меня сейчас радиус разворота такой, просто ужас. Какая каких-нибудь других. Я не успел посмотреть, кстати, на это. Ночь короткая, говорят, да? Ага, хорошо. Ночь пока большая. Они побежали сюда. Ну здесь прям много. Пока за лучшим были, никого не было. Ну понабежали, понабежали. За тобой все. Стрим снайпят же. Что делать? Угу. Мелкие нас не смогли съесть, хотя пытались. Очень, очень активно пытались. Просто просто очень слабый динозавр Гера. Очень слабый. То есть они даже стаи не смогли сожрать. Это объективно. Пришли динозаврики побольше. Да, пришли ребята побольше. Ой, и вот и почти кого, убили. И кого брать? Да. Пока карнотавра. Бери пока карнотавра. Я пока убежал. Может быть, даже смогу вылечиться. Маловероятно, но вдруг. Угу. Не надо. Мы карнотавры, поэтому не трогайте меня. Не бейте меня, пожалуйста. Не пугай меня, да. 4. Нажимайте 4, это не бейте меня, пожалуйста, называется. Все. Мне кажется, но мне надо отхиляться, меня очень сильно укусили. То есть меня погрызли прям сильно, но выжил. Да, можно. Все, светает. А во сколько светает, кстати? 6 утра начинает светать. Ну, кстати, хорошо 6. Уже. В 6.15 уже видно достаточно неплохо. Я не полностью восстановился, но я хочу показать вот эту часть, после которой мы отправимся к другой области. К интересной, где нам динозавров даже надо будет поменять. Насколько она интересная. В общем, такая закрытая зона. Ребят, как вы видите, по достопримечательности... Я думаю, что игроки тоже ориентируются на достопримечательности. То есть вы видели, какая была заруба. И вот администраторы сейчас пишут, что как раз-таки это не они сделали. Вообще не они. Это чисто вот игроки. Вот это вот стайкой собрались гирерозавров, на нас напали, циратозавры откуда-то внезапно прилезли. Непонятные. Вот.
Я ожидал немного другого, конечно, от этой штуки, но... Окей. Какой-то карнотавр тут к нам затесался еще в компанию. Внутрь не пролезть, но как достопримечательность это интересно, да? То есть на первой карте подобного не было. И здесь, как вы видите, есть такое. Я думаю, что какое-то вот это вот место плюс-минус для арены, да, сделать. Это прикольно. Здесь можно даже собираться для того, чтобы подраться. Алкозамесы устраивать. Так, мы пока что... Так, вон, Альмина у нас ее съели, Лелуш у нас просто разбился насмерть. Поэтому надо быть осторожным, я не знаю, как здесь буду спускаться. Вот забраться... Вот забраться сюда я забрался, а вот как спуститься? Как залезть? Там же где и залез. Это я понимаю, но смогу ли? Я около порта. Ты до порта дошел? Я спавнился. Он там заспавнился. А, заспавнился рядом с портом. Это хорошо. Это далеко. А ты уже карм? Нет, ты с начальным портом. Так, сейчас... Следующий порт дальше. А, там два порта есть, да? Но нам на большой надо. Да, там есть два порта. Там есть небольшой, а есть большой. Нам нужно в большой. Это около большого. Ну, карнотавр, да, вполне возможно, вот это вот. Прицепился. Возможно, это, кстати, как в прошлый раз, как и ютка была, помните? Большая ютка, да, которая к нам пришла. Возможно, вот карнотавр это та же самая ютка. У нас чат скрыт, поэтому я не знаю, что пишет. В прошлый раз ютка как раз так нам нашла. И вот здесь, возможно, то же самое. Карнотавр к нам пришел. Из таких же. Я не Апекс, но на стриме сижу. Во, видите? В локал писала. Вот-вот. Все, ребят, то же самое, что и было в прошлый раз. Все хорошо. А, так, мы нашей стаей идем... Не напомнишь, где этот порт, который мы хотим показать? Давай мы к нему отправимся. Давай, мы за тобой прямо и проследуем. Не-не-не, возможно. По-моему, плюс-минус там было. Да-да-да-да-да. А в каком это направлении? А, может, я в другой относительно... Сейчас, погоди, я понюхаю. Я понюхаю и посмотрю, какая это сторона, чтобы потом ребята смогли эту достопримечательность найти. У вас там Рекс был? Да, рядом с нами это был вот Рекс. На Е, да? На восток. Хорошо, идем на восток. Ну, выглядит ничего, конечно. Симпатично. Вон там, вон. По всей видимости, слушай, Лилуш, ты молодец. Хорошо. Ну, Лилуш, стой на месте тогда. Да, стой на месте, ты нам как раз меткой являешься, потому что мы плюс-минус в ту сторону идем. Сейчас только надо... Птичник. Посмотрели уже? На птичник, ну, да, посмотрели. Ну, сверху так посмотрели. Интересное место. И самое главное, вот что мне конкретно понравилось. Ребят, опять-таки, это не проплаченная какая-то реклама. Я же говорю, мы просто решили побегать. Мы вот договорились с админами, что как-нибудь еще забежим, потому что понравился, в принципе, сервак в целом. Вот, ссылочка в описании, опять-таки, напоминаю. И вот забежали. И мне понравилось на этой карте то, что достопримечательности есть. И как вы видите, рядом с достопримечательностями ребята-то собираются. И это круто. Это прям хорошо. То есть знаешь, где находить противник, на что ориентироваться, где искать и где вот так вот бывать. Так, а кто-то есть, да? Вот эти ребята. Я пока не распознаю, какие это крики. Это что за крики были? Какой номер? Юта. Это я вижу, что Юта... Вот я сейчас услышал крик как раз и Юта Раптора. Третий. Юта 3. А 3 это... 4 это я помню, это не бейте, пожалуйста. 1 это агрессия. А вот 2 и 3 не помню. Один громко. 3 агрессии. 3 это агрессия? Ага, значит он агрессирует, собака. Понял.
труба такая. Ладно, побежали дальше. У нас то есть немножко есть. Мелочевка травоядная. Кстати, самый-самый слабый динозавр в принципе в игре. Скорости у него нет, живучести у него нет. Играют только самые хардкорные игроки. У нас там в стае был, помню. Ну не в стае, а в стадии, когда мы играли за травоядных, было такое чудище. Юток, если стая, то они по идее должны карночей разбирать. Карночи, ребятки, слабые, неповоротливые, вообще ужасные, стрёмные, противные, мерзкие, неудобные, вечно везде застревающие, я не могу выбраться, динозавры, никогда не играйте за карнотавров, ребят, это говно. Я попробую выбраться, погодь. Ну, карнотавры зато быстрые, то есть мне удалось именно убежать. Посмотри, я похожа, и причем... Ты не умеешь просто играть? Это понятное дело, но мне неудобно играть. Мне, как новичку, неудобно играть за карнотавра, потому что он супер неповоротливый. То, что я не понимаю область укуса, это правда, но мне именно неудобно, в принципе, за него играть. Ох, нифига себе! За ютку мне понравилось, а здесь не понравилось. Ну, юточка поворотливая. Зет. Что Зет? Зет — это ходить. А через Z разворачиваться. А через Z нужно разворачиваться? Ну, оно медленнее ходит. Медленнее ходит за счет этого управляемость. Понял. Но пока порекомендовать все равно Карныча не могу. Потому что, ну правда, новичку тяжело. Если с Юткой новичку легко, то вот с Карнычем новичку тяжело. Я, кстати, пить хочу безумно. Я уже скоро буду от жажды погибать. Где-нибудь есть тут вода? Я не помню. Я так-то карту глянул изначально, но... Там, по-моему, будет река... Соленую воду мы пить не можем. Ладно, половина выносливости пока есть, бежим. Слушай, тут реально стена. Тут реально стена. Ого. Так, Лилуш, а Лилуш в стене? Прям... Есть заход. Заход есть. Лилуш, Лилуха как раз туда пошла. Заход есть? Ой, хорошо, тогда пошли. Я думал, здесь прыгать надо будет. А это кто-то за книжкой гоняется. Кто там гоняется за ней? Не знаю. Она прыгает. Ютка. Большая ютка. Укусил, кстати, ютку. А ютка залезла. Ну, ютка кровоточит. Вот, видите, в чем фишка юток, да? Запрыгивают и он. А мы залезть не сможем уже. Ну, кстати, я укусил. Потихоньку учусь играть. Я переставил, ребят, клавишу укуса на дополнительную кнопку мыши. Так, а правого укуса у меня нету, да? У меня есть только один укус. Рычишь, маленький человек. Пьютку третью. Но здесь, как вы видите, постройки. Изначально, ну вот мне рассказали, да? Да, по-моему, даже это было, может быть, на видео. Изначально игра планировалась как противостояние людей и динозавров. Вот. Потом людей вырезали и решили оставить динозавров, потому что за динозавров играть интересней. Но, как вы видите, постройки человеческие на некоторых картах остались. Да, за нами ходите, чтобы... Вас не сожрали. Ютку так уснули мы. Но кровоток-то не бесконечный. Осмотримся. Тут портовая часть. Так, это можно уплыть отсюда нафиг. В закат. В смерть, как мы уже выяснили, можно утонуть. Но интересно. То есть вот такие вот достопримечательности. И как вы видите, ютка здесь живет, да? Я думаю, что не одна. Может быть, здесь кто-то еще есть. Пошел кого-то другого искать. Вот такие достопримечательности. Порт просто слишком далеко, поэтому вполне логично, что здесь немного. Но в целом это интересно. Слушай, а я не помещусь сюда? А если присесть... В контейнер сесть? А я залез. Как-то ты посмотри на него.
А я пролез. Но я дальше не залезу. Вот в чем проблема. И Ютка получается в безопасности. Потому что я просто дальше не залезу. Я могу до его уровня долезть, но мне не перепрыгнуть. Ладно. Так, на Z, говоришь, поворачивать, да? На Z. О, приходишь медленнее. Ты пошел через текстуру? Да, хочу попробовать через текстуры. По-моему, не кусаю. О, я все застрял. Где ты застрял уже? Снова? Сейчас за жопу укушу. Вон, вроде бы почти добирается, но немножко не добирается. Тебя укусить за жопу? Опа, а князюха укусила его. Не сможешь. Достала. Она побольше. Ух ты. Может быть, она чуть больше меня, да. Хотя я, кстати, почти... Не, я максимальный. А. Я максимальный. Ребят, плохое Илюша, место. Ты где? Плохое ты место. Где? Ты куда успел застрять? Но мы, смотрите, мы нашли, как достать Ютку. Смотрите, Ютка должна сидеть, чтобы вас не нашли в другом месте. Голову вверх нужно было поднимать. А как голову поднимать вверх? Как поднять? Я вот просто камерой. Как поднять голову-то? Камерой? Ну я вот так вот смотрел. Я вот так вот смотрел. Контейнерами в щелке. Как ты умудрился туда упасть? Дырка есть. Я вот так смотрел, видишь? Лилуш провалился, вытащите Лилуша. Где Лилуш-то? За текстурами. Нет, я... На... Он провалился между ящиков. На попу Карна смотрела. Ну, в общем, достала и хорошо. Значит, это реально. Да ты его съела, да, получается? Залезайте, о, все, о. Она его укусила. А вот Лилуш, мальчик или девочка белого цвета? Девочка. Лилуш девочка? Лилуш белый. Пятна должны быть именно цветные, а он, видишь, он этот... Ну, у вас красные пятна. Да, у нас красные, значит, мы мальчики. У нас, получается, один мальчик и... Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. У адолтов. А, только А-а-а. У адолтов... Значит, он маленький еще для того, чтобы определять его пол. Он сказал, пол. Что он девочка, поэтому... Ну, он мог сказать не про динозавра. Ладно, побежали. У джувов нет пятен. Понял. Короче, ребят, вот такая вот местность. Как вы видите, Ютка решила то, что... Ага, здесь местность есть классная, и я Ютка, и я смогу здесь попрыгать, и меня не достанут. Достали. Все-таки достали. Но при всем при этом, да. По достопримечательностям здесь как раз можно... Ой, ты кто такой? Вот таких я даже трогать не буду. Это сирые и убогие. Это несчастный на самом деле друган. Это самый сложный динозавр в игре. Серьезно. Вот сложнее его нету никого. Это самый слабый. Он очень медленный. У него вообще нету укуса. Вообще, у него все очень плохо. Это самый-самый хардкор. Если вы сможете выжить много часов за того динозавра, это жестко. Самый-самый слабый. Орик может кусаться, но мы по параметрам на сайте смотрели, что очень слабенький динозавр. Он самый медленный именно из всех. Така не может. Кто такой Така? Дима, я не знаю. Пси-Такка? Даже не видел такого. Ну, серьезно, на сайте, во всяком случае, я такого не помню. Ну и ладно. В любом случае, ребят, вот такие вот у нас построечки есть. В общем, ссылочка на сервер в описании. Ребят, как вы видите, играют. Достопримечательностями пользуйтесь. Да, то есть можно увидеть, можно настроить. А, самую... Погодь, в настройках геймплея отключи самую нижнюю функцию. Сейчас, в конце. Настройка геймплея. Disable local head tracking. Что он дает? А я не сохранил ее, что ли? Не знаю. Не сохранил, понял. Применить надо. Я применила. Вот почему я не мог укусить.
Точно, вот это спасибо, кстати. Все, теперь я головой перемещаю. Я понял, да. Я не мог перемещать головой, потому что, ну потому что. Все, теперь могу. Поэтому я Рекнамок сказал все включить. Что? А Рекнамок сказал все включить. Настройка. Это я помню. Ну, видимо, что-то упустил, что-то забыл. Все, вот как-то так.